Ты говоришь, чего тебе запись надо? Какого момента? Подожди. Адель, смотри, у меня... Я был в комнате, у меня пишет то, что ты сдох после Феникса. То есть перед этим еще люди умирали от духов. Ну, автоатака, я это вижу. Ты сдох после Феникса, правильно? Так духи уже ебанули, сколько там пару типов я вижу. Вот я вижу двоих как минимум. Они не за боссом были. Адель, встань. Не беги, не беги. Чё, можешь два танка? Нахуя? Чем тебе поможет второй танк? Духов хлопать. У нас есть два ретрика, два ШП. Утер, спекайся в ретрика. Первых духов ловят всегда, скорее всего. Это что, еще один прист? А есть у кого масло один раз намазать? Неужели прибыли наконец? Есть только вмазаться. Понял. Блэкич, ты еще лича не убил. У тебя все впереди. Не расстраивайся. Спасибо. Пейте, что хотите. Типа, тут один трай нужен. Да будет так. Герои, 5, 4, 3, 2, 1. Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Берегитесь. Не могу допустить, чтобы ты величайший служитель света. Пил бы без печати бесполезный. Он начал с порчи, я думаю, нифига, у нас ретрики умные, молодцы. Не, ну Войд правильно пьет, а Утер нет. Не, у него тоже вначале было порча. Он просто забыл печать, я что ли.
Ебать. Мелики, не подходить. Вон Гулю убить. Наль паду. Фаза. Гера. Да ну нахуй. Осквернение 3 секунды. Осквернение. Твикс. Меток нет, блядь. РДД сыграйте в ту, которая над осквернением летит. Дальнюю вальку. Осквернение. Блять. Какой ты молодец. Да боже, какая разница, мы там втроем били. Осквернение. Главное не подвалик. Просто полечу. Я тоже полечу на Луну. Я бы сказал, куда ты полетишь. Не спасли. Эти... Что это? Ладно, мне не интересно. Да? Ой. Мышка дернулась. Сферы разбейте. Коби, влетишь еще в одну? На другую сторону съебался. Захил Эрза.
По краям ждем осквернения. По краям через центр бегут. Я вас всех вижу. Войд. Чё? Я все вижу. У нас один орк в рейде. Да в гере ДПС теряет, так и себе. Лучше насрать посреди осквернения. Осквернянка после коста сейчас будет. Валентайн. Умер. Кто хлопает? Месси, если есть Берни, то вдруг... Осквернение, Данжен Месси. Ой, бля... Вайт, поймай, бабля. Найс игра. Утер, теперь ты в бабле ловишь. Адель, поймаешь? Если я сам словлю, забей нахуй. Адель, поймай вниз. Перса. Сразу БР по фене. Нихуя, я еще прожмусь, скажу, нахуй. Каплю дал. Блять, еще же нет, нахуй, пизда, блять. Ха, повезло. Сука, меня жнецом все-таки добил. Жнец въебал 115 тысяч. Где-то под каплей еще было. Блять, не просили, не просили лежат у нахуй, хули вы, блять, лошары нахер нахуй. Жатва, жатва. Чё за хуйня, какой нахуй мут? Да это не к тебе или претензии, это ДЦ, там не твоя вина, то что эту жатву не просили. Бля, чуть-чуть быстро сделать, ебать, все долго. Шо танки, раки, блядь? Танки, блядь. А где ты танков увидел? На этом боссе, скажи мне. Он так завуалирован на тебя. Да. Я понял. Две глоры? Три. Может, потому что я один танчу? Как ты думаешь? Политик сюда. Чё, перлив упадет? Нет, сука. Кажу хуйня. Я потерял носка. Десять оф, 5000 старт, клоуны. Ебать. Утро ебать ставит. И судя по твоему отхилу, я бы сказал, что не танки хуйня, а хил ты хуйня. Тонал Лиэль, это кто вообще?
Что это за кент? Не знаю. Так, по воле. Всем, всем спасибо, всем удачи. Ну так пока нету посоха, эту хуйню все равно надо носить. ДП накидывали уже. Твикс, лол, блять, лол. Лол. Аркус, нихуя. Спаси, ты даешь за это 5000, я правильно понял? Это, конечно, пиздец, ебать. Давай так. 2500, хрен с тобой. Вот 2500 старт на эту хрень. Так и быть. Двадцать минимальная ставка. Опять нельзя предъявлять по 10. По 5 ебашит, да?